Сегодня в Казани обсуждали будущее нового союза государств Евразийского. Россия, Беларусь и Казахстан намерены создать особое партнерское отношение. Первую конференцию решили провести в столице нашей республики. Участники, ведущие специалисты, бизнесмены, дипломаты и депутаты из многих стран. Они собрались, чтобы обсудить проблемы и перспективы создания Евразийского экономического союза. Он должен появиться до 2015 года. Бизнесменам трех стран он облегчит работу. Союз станет для них единым рынком сбыта с унифицированным законодательством. В конференции принял участие глава республиканского парламента Фарид Мухаммед. Глубоко символично я считаю, что сегодняшняя конференция проходит именно в Казани. Наш древний город на протяжении столетий выступает связующим звеном в тех многообразных отношениях, которые истори существовали между Западом и Востоком. Выдающийся российский мыслитель Александр Герцен писал, что это место встречи и свиданий бункеров. Казань – главный караван-сарай на пути европейских идей в Азию и характера азиатского в Европу.